Он мне написал, что не надо мне больше писать, что свобода близко. Он больше в это не верит. Здоровье Олега сильно ухудшилось. У него очень слабый пульс, 40 ударов в минуту. Он жалуется на боли в сердце, на общую слабость и старается лишний раз уже не вставать, чтобы экономить силы. На самом деле достоверной информации у нас нет. Информация поступает от тюремного врача. Российские власти утверждают, что с ним все нормально, все прекрасно. Как может быть все прекрасно, когда человек уже 3 месяца, более 3 месяцев голодает? Это, конечно, очень удивительно.